Всем привет, дорогие зрители! С вами канал недвижимости в Алании, Paradise Alania. Дорогие зрители, нашел очень хорошую квартирку в районе Тосмор. 2+1, недалеко от моря, 350, максимум 380 метров на расстоянии. Хорошая локация, очень хорошая локация, очень хорошая цена. Большая 2+1 с двумя санузлами. Не крайний этаж, средний этаж, хороший вид. Смотрите, не буду... Так, дорогие зрители, прихожая, я зашел, я открыл дверь, вот так, зашел. Эта квартира была у меня на продаже, тогда была цена дешевле. Сейчас хозяин поднял и говорит, что еще поднимет. Я его уговорил, говорю, не поднимай, так не продаешь давно. Говорит, нет, деньги не важны мне сейчас, на данный момент. Продастся, продастся. Так что пока что цена хорошая, так как район Тосмор подходит под ВНЖ. Звоните, пишите. Зданию 20 лет максимум, 20 лет максимум, да, где-то 18 лет, 18. Так, спальня 13,5 квадратных метров. Я хочу снять короткий ролик быстренько. Сторона восточная. Здесь ничего не построят, заранее говорю. Первый санузел. Ламинат во всей квартире. Кондиционеров нету, надо купить. Вторая спальня тоже 12-13,5 квадратных метров как минимум. Первый балкон. Вот такой вид. Здесь территория Казна Турция, ничего не построят. Там, за этим зданием, сеть магазинов А101. Вот отсюда я вижу море, море, море. Море, ты могуч, нагоняй. Так, ветер, то есть... бассейна нету, есть, но нету, не работает. Открытая парковка. Здесь вход. Не буду тянуть. Время драгоценное. Второй санузел. Большой, не маленький. Гостиная комната. Почти 35 квадратных метров. 30-35 между ними. Есть и большая по ламинату, можно понять. Вот. Обойдется обставить эту квартиру 4000 как минимум. Вот. Огромный балкон. Застеклите, будет еще дополнительная комната. Здесь 11-12 квадратных метров как минимум. Полезная площадь. Вся квартира у нас 95 квадратных метров, как минимум, полезная площадь. Может быть и 103, и 105. Я на глаз. У меня орлиный взгляд там есть. Все. Сейчас покажу лифт. Звоните. Плюс 90-555-064-91-10. 2, 3, 4 квартиры на этаже. Так. О, лифт. Лифт нормальный. Ступеньки тут. Мой любимый район – это Тосмор. Недалеко отсюда речка, 400 метров, 450 метров максимум. Море там. Это центр Тосмора в той стороне. Круг, банкоматы, Мигрес, Шок, БИМ, сети магазинов. Пиццерия там есть, рестораны есть, Гранат есть, вот. Есть Шелковица есть, есть. Здесь тоже открытая парковка, второй вход. Отсюда еще ближе к морю. Спускаетесь, можете туда и так пойти, можете отсюда пойти, детские парки рядом. Вот такой фасад здания. Звоните и покупайте эту квартиру. Помогу в постпродажной, в сервисе. Обставим сами вместе, закажем товар с интернета, дешевле обойдется. Если нету терпения, можем в магазин пойти вместе, мебельные. Посоветую все, что есть.
мастера есть, все есть. Дорогие зрители, звоните. Всем пока-пока.